Всем здорова, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос. Собственно, ну, я надеюсь, запись не будет лагать, потому что я играю сейчас со шейдерами, друзья. Короче, друзья, как вы понимаете, это Бамбалейловск. Да, друзья, это мой город, то есть тот, который я строил, но потом я перестал строить. Но потом я опять его начал строить, друзья, как вы понимаете. Кто подписан на мою телеграм-группу, тот как бы знает это все. Если что, друзья, подписывайтесь на мою телеграм-группу, чтобы следить за новостями, то есть как бы, ну... Что вам здесь вообще в этом случае? Подписывайтесь на мою телеграм-группу, чтобы следить за тем, как я живу, поскольку я туда частенько выкладываю всякие видосики из жизни. Также, друзья, подписывайтесь именно потому, что там как бы, ну, там как бы я снимаю всякую дичь. Еще как бы там у меня как бы в админах тоже придурки сидят, так что, друзья, вам там будет как бы весело. Также, друзья, я всякие туда выкладываю всякие фейлы из видосов, всякие там закадровые ситуации. Короче, подпишитесь, если хотите увидеть как бы меня с другой стороны, там как бы только, знаете, чисто лайв-канал, как бы, я не знаю, лайв-формат, да, как-то вот так. Вы понимаете, друзья, это будет как бы обзор, а также слив города Бамбалейловск, да, давно такого не было, друзья. Как-то вот так вот у меня начал что-то резко просадить FPS, хотя только что ничего не лагало. Я не знаю, друзья. Так, ладно. Так, это я все уберу, пожалуй. Это мне не нужно. Так, что? Ладно, неважно. Если что, друзья, как бы сборки вы будете делать сами, потому что, честно говоря, мне будет впадло загружать мир, который весит 100 мегабайт, если это будет со сборкой. А без сборки, друзья, он весит всего лишь 35 мегабайт. Как бы, ну, около, ну, там, плюс-минус, как бы, да, как бы, это да. В принципе, как так. Потом сборку сами себе накачайте, всяких там СССРских машин, вот это все там, вот это все, да-да-да. Потому что этот город вообще как бы планировался как, типа, знаете, сначала этот город планировался как, типа, славянский город, ну, то есть украинский, казахстанский, там, вот это вот все. Потом я, как бы, решил на него вообще плюнуть и забыть. Как бы потом я его начал, ну, потихонечку строить, как бы, да. И как бы... Короче, этот город, короче, Советский Союз, да, как бы, как-то вот так вот. Или же нет, это, друзья, город из 90-х, да, почему бы нет, почему бы нет, друзья, это город из 90-х. Допустим, вот, временный цикл в этом городе, это не 2022 год, а, допустим, давайте вот, 92-й год, да, 92-й год, друзья, все, вот так. Если даже там, подожди, в 92-м году вроде как пятерочек не было, в принципе, но есть еще, да, здесь есть пятерочки, друзья, короче, пофиг. Если что, друзья, пятерочки это исключение из нашей жизни. Короче, как вы помните, здесь вообще все лысое было, друзья. И как вы помните, это вообще карта была на версию 1.18.2. Но я ее перенес, ой. Не то название. Но я ее, друзья, перенес как бы на 1.17, друзья, 1.17.40. То есть это версия, то есть это версия, та, с которой вы можете начать играть на этой версии, то есть, ну, на этом карте, да. Здесь у меня просто была дыра какая-то, я просто ее заполнил водой, в принципе, дальше я потом все буду строить там. Дальше, как вы понимаете, здесь у меня такая дорога, и тут как бы железнодорожные вот пути. Я сделал такой прикольный мостик, в принципе, ну, как я говорю, дальше буду там все строить, в принципе, ну, это пофиг, это неважно, неважно. Дальше, собственно, самое главное, вот у меня прогрузка, здесь у меня лагает, здесь у нас такая канавы такие небольшие, знаете, сейчас он такой съезд, кювет, да, как это фигня называется, да. Дальше у нас такая остановочка, ну, в принципе, друзья, вы это все видели. Так, здесь у нас стоит эта девятка, у меня здесь начало лагать, ну, потому что прогружается все это, в принципе, логично, не будем этого винить ничего. Дальше здесь вот такая вот дорога, раньше, друзья, ее не было, в принципе, но я решил ее, я ее добавил, друзья, в самый последний момент, то есть, ну... Я как бы вдохновился, как бы, из Барвихи, да, как бы, кто играет в Барвиху, это, конечно, не реклама, нет, как бы, ну, вот, да. Я вдохновился всякими там этими, короче, дальше потом покажу. И как бы вон там вот, друзья, вон там вот, давайте вот сразу вот полетим, здесь у нас девяточка стоит, или, да. Так, здесь у нас метро, есть тот, друзья, это не метро, это метро, то есть это такой гипермаркет в Украине есть, не знаю, в России, наверное, его нет, у вас, вроде бы, у вас лента, да. Ну ладно, пофиг, не важно. Вот такая вот, друзья, у нас вот. Вот, если что, друзья, посмотрите предыдущий видос, как бы, вы там все поймете. Точнее, ничего вы там не поймете, как бы, ну просто. Видос называется «Эхо 90-х», это в Майнкрафте как-то вот такой. Посмотрите, там, в принципе, красиво я облеты снимал, все эти прикольные. Ну, типа, это как был трейлер к, соответственно, обзору, да, как-то вот так вот. Короче, это шахта, друзья, это шахта. Вдохновился, как я говорил, из Барвихи, в принципе, -то. Она, ну, довольно-таки похожа, я надеюсь, вот шахта. То есть здесь у нас какие-то фигни, здесь у нас вот такой вот лифт. Вот, вы можете вот это сломать и посмотреть, куда он ведет потом. Но поскольку мы на высоте 8, как бы, он практически никуда не ведет. Так, у нас закончился день, да. Так, дальше у нас пятерочка, дальше у нас вот такой вот заезд.
Почему именно с этого места я показываю? Потому что он уже переправляется вот сюда. То есть раньше заезд был отсюда, кто помнит, да? И здесь стояла огромная такая бандюрина. Но я ее снес, короче. Да, но если что, друзья, можете найти на моем канале там обзор на как бы этот город, как бы, да, вот так вот. Друзья, самое интересное, это, друзья, вот какое-то круговое движение. В принципе, именно им я вдохновился из Барвихи, друзья. Вот какое-то круговое движение, то есть вот так, тогда не смотрите, там сейчас будет тоже кое-что интересное. Здесь, друзья, нас лагает, потому что прогрузка чанка, сами понимаете. Вот такое вот круговое движение. Здесь у нас, друзья, стоит товарищ Ленин, наш великий вождь, как вы понимаете. Ну вот, он, ну, пацаны, ну я старался, как вы понимаете. Да. Так, дальше, что у нас вот? У нас памятник в честь нашего вождя Ленина. Ну, пацаны, ну чё, ну, сами должны понять. Дальше у нас ночной клуб вот такой вот, в принципе. Здесь можно как бы пофлексить, как бы вот. За основу я тоже брал клуб, как вы понимаете, друзья, это очень все похоже на, ну, на Барвиху, да, на Барвиху. То есть на Барвихе, друзья, так же само, вот так вот, понимаете, вот круговое движение. Такая же самая статуя посередине, как бы, ну, не такая же самая, да? Такой самый клуб, вот про клуб я реально не ру, отвечаю, пацаны, реально. Вот такие вот мини-ларьки, друзья, то есть, ну, реально, друзья, надо прям отвечать. Вот, сигареты, вот, всякая фигня, вот, да. Как-то вот так, в принципе, да. Ну, ладно, с этим мы и разобрались, также тут есть лавочки, но они почему-то не работают, там какой-то бах. Так, здесь у нас, соответственно, вот такой вот... администрация области, вот такая вот она, знаете, вот такая вот, да. Это я тоже вдохнулся тоже из Барвихи. Ну, я пытался сделать как у Барвихи, да. Но что-то не получилось, не протянуло. Короче, там есть только два этажа. Дальше мне что-то лень строить. Здесь вот такие вот два флага, в принципе. Потом я казахстанский хочу сюда подцепить. Ну, я, в принципе, ну, я не знаю, как его делать просто. Дальше здесь как бы вот так вот все. Можете потом дальше сами обустроить. Потом, потому что мне это впадло, как бы, ну как впадло. У меня просто нет времени, понимаете? Я просто построил основу и все, дальше построил что-то дальше. Вот. Дальше у нас здесь такая вот стройка заброшенная, вот. Стройка скоро возобновится. Ну, в принципе, нет. Здесь вот все поломано, вот так вот. Да. Дальше здесь у нас вот такой вот домик. Если что, это ветеринарная клиника, да, вот. Если что, друзья, как бы... Мне кажется, я единственный человек, который в своем городе сделал ветеринарную клинику. Понимаете? Не знаю, я еще ни разу ни в каких городах в Майнкрафте не видел ветеринарную клинику. Ну, в МКП я так точно. Здесь у нас даже такой магазин продукты, в принципе. Над ним я не особо тоже парился, чисто ведь сделал для видоса того предыдущего, в принципе. Там вообще закрыто, вот, на железной двери. Да, дальше у нас здесь пятерочка вот такая вот. Но здесь, друзья, даже интересно, такие коммуникации, заезды, вот, меня опять лагают. Вот. Так, там вот, друзья, площадочка вот такая вот, давайте посмотрим. Вот здесь у нас такие дома, которые я тоже сам строил, но они, короче, кривые. Если что, друзья, в этих домах жить запрещено, потому что там, я не знаю, я там все криво сделал вообще абсолютно. Особенно накосячился вот этими вот этими, вот, да, лестницами, да. Дальше у нас вот такой, собственно, мод. Это от моделизатора. Очень большое ему спасибо вообще за то, что он делает такие качественные моды. Вообще. Так, дальше у нас ГИБДД. Ё-моё, я забыл И поставить сюда. Но так и знал, что что-то забыл. Дальше у нас вот такой вот довольно-таки атмосферный райончик. То есть здесь у нас как бы, вот площадочка вот такая. Вот здесь у нас тоже дома вот такие вот. И тут такой, друзья, атмосферный разваленный домик. В принципе, почему бы нет? Вот дом киплея, в принципе. Но почему бы нет? Почему бы и нет, как говорится, да? Дальше у нас здесь вот такой вот, собственно, гаражный кооператив. За основу я взял, соответственно, свой гаражный кооператив, который стоит в Хлебной. Если кто не знает, как бы Хлебная — это город Хитплея. Хитплей — это один такой гей. Ну ладно, забьем. Короче, я его малёха переделал, здесь был такой большой гараж, я его снес, поставил маленькие, как бы здесь всякие, ну, короче, потом посмотрите внимательнее, там вот как раз такие вот шахта, в принципе, классно все сделано. Вот здесь я дальше все буду достраивать, в принципе, но это потом. Дальше я здесь просто взял, как бы Ctrl-C, Ctrl-V, как бы и все. Да, вот так вот, и дальше вставил, как бы, ну вот, красиво. Здесь я вам вообще не рекомендую жить, потому что здесь все настолько криво. Вот, здесь даже тут жить не рекомендуется, то есть здесь, вот, в этих домах вообще ничего нету, знаете, они просто чисто, они чисто декор, знаете, чисто вот для города созданы, для видоса, точнее, вот для видоса. Почему у меня так быстро заканчивается день, я не понимаю, что это за дичь.
Это вот такая вот, собственно, больничка. Если что, я, как бы, мне было впадло просто строить больницу. Я тоже делал ее, как бы, ну, последнюю уже, как бы, практически последнюю, не считая эту шахту. Шахту я вроде вообще сама последнюю делал. Вот, больница. Я ее просто взял и скопировал с построек для Майнкрафта. Ну, просто взял, вставил, как бы, и все. Да. Дальше у нас здесь вот такая вот дорожно-транспортная компания. В принципе, не особо здесь все продетализировано. Ну, как на видео, если вы предыдущее смотрели, тут как бы стояли газельки, как бы все вот это вот, да. Короче, ну, как бы, дорожно-транспортная компания, которая, ну, как бы просто занимается перевозками, там, вот это все. Я сначала здесь хотел сделать троллейбусное депо, но вспомнил то, что в этом городе нету ни лампочек вот этих вот, ни вот этих вот всех светофоров, как бы, вот, нету вообще ничего, так что, да, пофиг, друзья, это Майнкрафт, в принципе, посрать. Что дальше? Что дальше, друзья? А, погнали, друзья, самое сейчас вам интересное покажу. Вот, друзья, самое интересное. Ну, вот, как бы, здесь еще МВД. Это в честь того, что я, как бы, в Барвихе работал в МВД. Но меня, короче, сегодня уволили, да? Ну, пофиг, в принципе. Вот, друзья, вот. У нас здесь также, вот, АЗС, в принципе, вот. Чисто, вот, АЗС from 92-й год, понимаете? Вот, вот. Да. Так, да, Киш, спасибо, что это есть. Так, дальше у нас, друзья, вот самое интересное. Вот, если кто играет в Барвиху, то вы тоже понимаете. Это очень знакомый для вас, наверное, переезд. Вот, это вообще, как бы, да. Собственно, дальше у нас, ну, как вы понимаете, вот такой вот красивый мост. Ну, как красивый мост? Ну, как бы, вообще некрасивый. Но я над ним, друзья, запарился. Ну, как, я еще даже не запарился даже особо так. Ну, в принципе, пофиг. У нас, друзья, имеется вот такой вот мост. То есть, я здесь все выстраивал. То есть, вот в поворотах они, конечно, кривые. Я фиг знает, как здесь... Как бы машина проедет, но да, в принципе, здесь я все рассчитал, здесь машина проедет, в принципе, хотя это все делал на глаз. И, друзья, сейчас будет, наверное, самое интересное, как бы, хотя, друзья, мне кажется, то, что я вообще самый первый человек, который сделал систему мостов в городе, как бы, в Майнкрафте, в МКПЕ, потому что в Хлебном такого нету, и в этом, как этот город называется еще? Тот, который, ну, перед Хлебным был, который, вот как он называется, не помню, Октябрьск, во, Октябрьск вроде бы, да, там тоже нету это, ну, системы мостов. Так вот, система мостов такая вот, собственно, обычная, то есть ты тут съезжаешь, да, выезжаешь сюда. И тут, друзья, у нас деревня, вот такая вот деревня, в принципе, этот дом я вставил с построек, это тоже вставил, этот вставил, этот я построил сам, этот вставил, этот я тоже, не, подожди, я взял из деревни одной. Вот деревня, в принципе, чисто из построек, в принципе, да, да. В принципе, дальше там ничего нету, в принципе, даже можете туда идти. Слив этого города будет... Подожди, откуда я это взял? А, я там взял, короче, пофиг. Друзья, слив этого города будет тогда, когда на предыдущем видео наберется 150 лайков. Друзья, я верю, что вы сможете это сделать, то есть, ну, 150 лайков. Сейчас там около 70 лайков. Вот, а когда будет, друзья, 150, я сразу же в описании этого видео сливаю ссылку, соответственно, на этот город. Она будет на OctiCloud'е, потому что, как вы понимаете, монетизацию оффнули, как бы, а кушать хочется, друзья. В принципе, что, с вами был Этостыль, в принципе, все, я вам все рассказал, все показал. Всем пока, и, как бы, всем до свидания, всем, да, всем, короче, goodbye, чикабоба.